также пройдет у нас столица российских шахмат, Ханты-Мансийский. Здесь у нас проблемы с директором ГСУ, который заявлен на ноябрь московский этап. Надеюсь, нам даст решить все вопросы с организаторами с Московской шахматной федерации. Прошло первенство России в ЛОО в апреле. Традиционно в этом году больше детей приняло участие в быстрых шахматах и в блице. Собственно, из детско-юношеских шахмат очень приятная цифра. Отметим, что существенно больше детей приехало на первенство России до 9 лет, когда состоялось традиционно в Костроме. С 26 по 31 мая 434 человека. Прошел финал белого ладьи недавно в Астрахани. И уже состоялся 11 этапов детского Кубка России, запланировано еще в 18. Традиционно уже достаточно регулярно идут гроссмейстерские школы. Состоялась одна гроссмейстерская школа РШФ и региональные гроссмейстерские школы тоже по плану идут. Подготовлено несколько нормативно-правовых документов, постоянно совершенствуется база. Я думаю, об этом подробнее поговорим чуть позже, когда будет ЕВСК. Еще раз повторяю, количество турниров у нас увеличивается. 419 турниров направлены вообще на фитнес. В прошлом году было 315, то есть на 25% мы так традиционно увеличиваем количество турниров. Очень плодотворный период с точки зрения присвоения званий. Есть в 37 российских, 55 международных званий. Дмитрий Коренко присвоен, кстати, звание заслуженного мастера спорта. С аккредитацией я традиционно озвучу наши цифры, тут тоже прогресс есть, но по-прежнему не все еще федерации аккредитовались. На данный момент, на 1 июня, мы имеем 55 региональных шахматных федераций, которые имеют аккредитацию РШФ. И еще сейчас 8